Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен покинуть эквадорское посольство в Лондоне. Об этом заявил президент южноамериканской страны Ленин Морено. Конкретных сроков он не назвал, но при этом подчеркнул, что Эквадор хочет гарантии того, что жизнь Ассанжа не будет подвергнута опасности. Президент подтвердил, власти обсуждали этот вопрос с британским правительством. Знаменитый разоблачитель американских спецслужб, напомню, в 2012 году получил убежище в эквадорском посольстве, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в сексуальном насилии. Расследование уже прекращено, но Ассанж опасается, что его выдадут США. За публикацию секретной информации основателя WikiLeaks там ждет суд и может грозить смертная казнь.